Доброе время суток, уважаемые любители истории и старины. Вы на моем канале «Что в старой шкатулке?». И вашему вниманию мы сегодня рассмотрим то, что я сегодня приобрел у населения. Это бусы, вымпел, значки, старая пепельница в виде туфельки, часы и ювелирные изделия. Посмотрим первую нашу покупку. Это такой вот вымпел. Вот я хочу показать вам вымпел. Теперь спускаемся вниз, и мы смотрим на значки, которые были в этой шкатулочке, в которой хранились значочки. Здесь было мельхиоровые какие-то изделия, или ножи, или ложки. Здесь хранили значки. Значки простые, советские, алюминиевые. Вот первый значок, это Самарканд. Интересный знак, он без цены. Теперь знаки Донбасс 43, 73, знак Германии, общество Книголюба, победители соцсоревнования, 50 лет самодеятельности СССР и другие знаки. Внизу мы наблюдаем, уже смотрим с вами вместе медали. Это юбилейные медали. Ветеран труда, 50 лет Отечественной войны, гласность второй степени. Советский ножик, который мы тоже рассматриваем. Вот и самая интересная покупка. Это вот такие вот часы. Они золотые. Из чистого золота. Самое интересное, что они идут и на ходу, просто нету стекла. Вот такое вот колечко женское, ломовое, но приятная такая покупка. И теперь мы рассмотрим с вами часы позолоченные, советского производства. Это луч, победа, зимы, луч, заря, слава. АУ-10. Попались вот такие вот маленькие часики, карманные, женские, тоже интересные. Что самое главное, что они в неплохом состоянии, конечно, не идут, но стекло целое. Стрелочки запали, но интересные такие часы с таким вот орнаментом, узором. Прекрасные часики, прекрасно так держатся в руках. Теперь мы рассматриваем вот такие вот часы тоже. Они в серебре. Вот такой вот механизм у них есть. Здесь мы смотрим клеймо. Есть, наблюдается клеймо. 84-ка стоит. Теперь мы смотрим вниз. Бижутерия вот такая вот. Красивая бижутерия. Это вот такие вот красивая брошка. И вот такая вот... Вот такая вот забыл вещь тоже в серебре, она кулона, в виде кулона, серебряная, позолоченная в серебре. И вот такие вот советские часы, простые советские часы, они в белом металле, это Россия уже выпускала, потом СССР, электронные часы. Вот такая вот покупка сегодня была у нас с вами. Завтра я хочу вам показать то, что я еще купил вчера. Это елочные игрушки. Ну, подписывайтесь на мой канал. Думаю, что это будет интересно вам. Подписывайтесь, пишите комментарии. Я думаю, что завтра сниму новое видео. Постараюсь снимать для вас новые качественные, хорошие видео. Скидывать новые видео. Вы оцените. Это мое первое видео, прошу не судить строго. Прекрасное, я думаю, видео, прекрасные покупки, прекрасный день. Всем хорошего дня, берегите себя, уважаемые мои. Пока!